Заварник для чая. У нас был уже, но кот благополучно его разбил, и нам понадобилось. Купили. Можно использовать эту специальную емкость для засыпки травы или чая. Но я насыпала сразу в стеклянную емкость, чтобы мне была красивая картинка. В следующий раз я пробовала заваривать в этой емкости чай листовой. Все хорошо, отлично получилось. Поместила я в чашу лимон, облепиха, шиповник, календула, ромашка, мята и бузина. Залила кипятком, и оно у меня настоялось. Чайник хороший, держит хорошо температуру. Покупала в магазине АТБ, если кому интересно, кто из Украины или в нашем городе проживает. Цена хорошая, изготовлена в Польше, очень-очень хороший чайник-заварничек. Мы уже испробовали, какое буйство красок, как красиво танцуют ягоды облепихи в танце при заварке. Это завораживающее зрелище. Вот такое приобретение на осенне-зимний период. Актуальненькое. Хочется с наступлением холодов чаев, хочется в последнее время травяных чаев, кофе не очень. Вот. Из-за необходимости купили такой чайничек. Пара заваривается. Красиво. Облепиху не толкла я, девчонки, чтобы было красиво. Потом уже, когда заварилась, немножко подостыла, потом я измельчила. Здесь позади.
зажарить и подмянить. Готовое. Точно готовое. Как давно я не заказывала пряжу. Нахожусь на пряжной голодовке, извязываю то, что есть. Но мне понадобилась пряжа на новый процесс, на плед внучки. Я уже вам говорила, и я заказала пряжу Alize Puffy Fine, по-моему. Ну, сейчас откроем, посмотрим. Новый для меня магазин на Таяр. Никоим образом не реклама, просто новый магазин попробовала, где была пряжа по самой подходящей для меня цене. Там я и заказала. Немножко пошуршу, девчонки. Вот шуршу, вспомнилось. У меня в нашей области девчонка, она популярная сейчас блогер в Инстаграм, Даша. Она говорит на нашем украинском, на полтавском диалекте. Распаковка. Получила, купила в магазине хлеб, сахар. Халву. Так вот, я, девчонки, распаковка. А я получила Alize Puffy. Сейчас мы откроем. Для меня это пряжа новая. Тоже пледик я не вязала. Но благо сейчас YouTube девчонки показывают, как вяжут. По их рекомендациям я поняла, что на пледик 80 на 80 нужно 5 моточков. Но мне заказали плед по размеру больше. По-моему, что-то 1,20 м, девчонки. Ну, длина 1,20 м, а ширина или 1,80 м, я не помню. Ну, буду вязать, извязывать всю пряжу, посмотрю. Как говорится, Google мне в помощь или YouTube мне в помощь. Буду смотреть. 1000, извинений. Так, пришло. Мои моточки. Это, наверное, мне подарочек. Маркерочек. Мелочь, как говорится, а приятно. Что-то мне с фокусом, с светом. Ну, пасмурно сегодня на дворе, девчонки. Вот такая пряжа. Alize Puffy. Честно говоря, я первый раз ее держу в руках, много видела, порывалась была купить, когда она только появилась, но у меня не было необходимости с ней вязать. Большой плед я не собиралась вязать. Ну, а теперь необходимость появилась, так что я прикупила. Ну, все ее знают, наверное, потому что пряжа не новинка. Новинка там появилась какая-то море, по-моему, или море с... что можно выложить узор. Ну, как говорят, сама не пробовала. Вот такая, девчонки, пряжа. У меня 7 мотков. Микрополиэстер 100%. Так, что они тут нам? 100 граммах 9 метров. Интересное обозначение, девчонки. Ни крючком, ни спицами. Впервые я вижу такое. Пряжу мы как берем, всегда смотрим обозначение, чем вязать пряжу. Какой размер спиц, какой размер крючка. Здесь написали. Ни тем, ни этим. Вяжем ручками. Надо теперь найти мастер-класс, как его вязать. Принцип какой-то, что петлю в петлю продевать. Наверное, как-то. Но это все нужно смотреть и пробовать. Так, девчонки, вот такое мое приобретение небольшое. Буду прогонять свою осеннюю хандру пряжей. Буду искать вдохновение. Вот такая красивая кучка у меня получилась. Красиво смотрится. Сейчас учим уроки с сыном и вечером приступлю к этому процессу. Буду пробовать, что да как, и обязательно поделюсь, девчонки, с вами тем, что у меня получилось.
последнее время. Я уже говорила в каком-то видео, что нравятся гераньки. Вот такая белая и с розовой серединкой. Здесь видно размытая, как амбре. Красивая такая. Они какие-то сортовые, девчонки, листья у них такие, видите, интересненькие. Вот эта беленькая. Потом такая, как коралл. Эти отцвели, но есть еще здесь и бутончики. И вот такая милашка. Такая цвета фуксии, я бы сказала. Такая тоже листочки у нее красивые, маленькие такие. У меня есть продолговатый такой горшочек, и я хочу их посадить в горшочек. Прям три девчонки будет, думаю, интересно. Сегодня у нас был рынок, суббота, и такие мне удалось приобрести за недорого такие растюшки. Вот. Не зря же раньше всегда у нас у мам, у бабушек были эти герани. Они, оказывается, должны быть дома. Они полезные и по энергетике, и очищают воздух. Но будем пересаживать, девчонки. Но не сегодня пустилось, потому что сегодня дел много. Будем учить уроки сейчас. А завтра, наверное, я пересажу. Просто мне нужно земли добавить. А у нас дождь, а не хочу уже ходить бродить. Пусть они постоят, немножко акклиматизируются. Потом уже буду пересаживать. Хотя, не знаю, они цветущие, а может их пока и не трогать, пусть отцветутся. Наверное, да, девчонки, а то еще испорчу такую красоту. Хотя, как я их буду пересаживать? С землей? Здесь земли много, в принципе, оно не особо повлияет. Но пока не решила. Вот такие красотулька. Нежная-нежная такая она. Амбре-переход у нее. Все красивые, интересные. Вот такой мой цветочный улов. Вот такие атрибуты нашей молодости. Здесь я вам в экран монитор показываю, с телефоном снимаю. Что-то плохо себя чувствую. Резко затошнило, и голова начинает болеть. Думаю, попробую я смирять давление. Наверное, давление. Я очень чувствительна к перепадам. У меня только-только начинает подниматься, мне все. Мне нужно сразу измерить и выпить таблетку. Потому что, когда я упущу этот момент, что оно поднялось, тогда мне уже очень тяжело сбить. Я бегом к тонометру. Не реклама ничего, просто, девчонки. Как влог делюсь с вами своими событиями, своей жизни. Что у меня происходит вот сейчас. К осенней хандре еще и не хватало давления, но не разговариваю, измеряем. Вот я слышу, начинает подниматься. Да, девчонки, побежала. Выпью таблетку. Немножко так. Теперь буду знать, что делать. А то мне захотелось кофе. Думаю, нет, голова болит, тошнит, наверное, у меня давление. Но думаю, померяю какое, чтобы знать, пить или не пить. Хотя говорят, что кому-то кофе давление понижает, но я не буду рисковать. Выпью чайку с облепихой и выпью таблетку. Всем, девчонки, здоровья, не болеть, не стареть, не унывать. Осенняя хандра пусть вас обходит стороной. Желаю вам вдохновения, легких петелек, всего-всего-всего самого лучшего. Вы на канале «Житейское вязание» с Валентиной именем. Житейские, девчонки, житейский влог, дела житейские. И с вами я, Валентина. Всем пока-пока. Самое главное, девчонки, не болеть и сердцем не стареть. Все, пока-пока.